И всем привет. Это Skyforge. Сегодня будем открывать сундуки. Чудесные сундуки. Накопилось 30 штук. Не помню точно за сколько времени. Чудесные сундуки. Таинственные сундуки, которые зеленые. Думаю, их нету смысла открывать, так как из него, кроме знания противники, кредитов, синих сундуков, ну и расходников, больше ничего выпасть не может. Так что их я не буду открывать. Из чудесных сундуков может выпасть знания противники, кредиты, а также с небольшим шансом могут выпасть медали победителя и аргентов. 1500. Сейчас проверим, каков рандом в Skyforge. Даже не знаю, обычно я открываю, если много сундуков, я их открываю сразу очень быстро и из них что-то иногда выпадает, но здесь, наверное, не знаю. Открою по одному. Надеюсь, что кредитов выпадет наименьшее количество. Хотелось бы хотя бы побольше знания о противнике. Ладно, начнем. Опа. Знания противники. Нормально. Кредиты. Ненормально. 5 знания. Знания, кредиты, кредиты, знания, кредиты, знания, знания. Так, что-то, блин, как-то не очень, как-то, блин, тухло все идет. Знания, кредиты. Неужели, блин, ни одного раза не выпадет аргента? Ну, хотя бы медали победителей. 500 штук упало. Знания как будто уже неплохо. Главное, чтобы кредитов было поменьше. Да. Ну давайте, где вы там? Арген. Не выпали аргенты. Получается, с 30 сундуков чудесных выпало два раза по 500 медалей победителей. Остальные разы неплохо падали знания противники. Ну и, конечно же, кредиты. Куда же без них. Спасибо за внимание. Всем пока.